В'ячеслав Сімченко – директор Миколаївського тепловозу ремонтного заводу, один із засновників платформи «Мрій дій». Відомий миколаївцям не тільки як волонтер та благодійник, а ще й як людина з чудовим почуттям гумору та талантом до створення величезних арт-об'єктів. Обожнює солодощі та навколишню красу, намагається із гумором сприймати життєві негаразди. Тетяна Жарінова – прес-секретар директора одного з миколаївських заводів, керівник творчих проєктів. Завжди щось вигадує, не сидить на місці, заряджає інших новими ідеями та цікавинками. Вона не тільки керує проєктами, але й сама із задоволенням бере в них участь. Так, добрий ранок. Доброе утро. А як у вас настрій, як у вас справи? Утром настроєння має бути завжди безупречно хорошим. Потому что запорука хорошая дня. Это необходимое условие для того, чтобы день был хороший. Если с утра ты будешь какой-то вялый и скучный, это гарантированно, что день, все, можно его вычеркнуть. Все, можно одразу прокинувся и заснул, пішов далі спати, короче, так? Сумнись, конечно. Ну, в принципі, ви якраз у нас і розпочали цей ранок з посмішки, а ще нещодавно, ми знаємо, ви розпочали проєкт «Безпека дитини вже три». Так, проєкт не новий для Миколаєва, але все ж таки давайте нагадаємо, що це таке і яка його мета. Ну, изначально родился этот проект, ну, в принципе, как, наверное, все спонтанно, а с другой стороны, наверное, из той информации, которая частенько, к сожалению, попадается в новостях, что много происходит чрезвычайных ситуаций, в которых страдают дети. Это начиная там с пожаров, ДТП. Это наиболее такие страшные ситуации, когда похищают детей и прочее, прочее. И захотелось сделать, провести такой небольшой тренинг для детей, потому что мы привыкли, очень модная фишка, проводить всевозможные тренинги для взрослых, которые там в детстве, в юности что-то там ленились учиться, и там во взрослом состоянии уже там проходят всевозможные тренинги. От. Ну, нам показалось, что для детей это будет гораздо более полезно и необходимо провести ряд таких веселых для детей в интересной форме. Это не какие-то не лекции, не рассказы. Это практические навыки безопасного поведения детей дома, на улице, в различных бытовых ситуациях. Поэтому с каждым проектом у нас немножко расширяется количество тренингов. І присоединяються нові. Я так розумію, це розширення тренінгів, заняття, це пов'язано безпосередньо з тим, що стає все більше учасників і ну, батьки хочуть, щоб їх дитина долучилася, правильно? Обычно это мы стараемся уже третий год подряд держать примерно одинаковое количество участников, то есть опять-таки это исходя из возможности пропускной, то есть мы набираем 10 групп разновозрастных и это 150 участников. Який вік ви охоплюєте? Как всегда, традиционно это три возрастные группы. Младшие – это 5-7 лет, средние – 8-11, и старшие – 12-16 лет. Уже третий сезон подряд мы набираем одинаковое количество групп. 4 младшеньких, 4 средних и 2 группы старших детей. Ну, потому что они взрослые, уже все знают, в кавычках. И, как всегда, у нас более полусотни стоит человек в очереди в резерве, которые не смогли попасть в проект. И потому уже чекают тебя на 4 месяца. И все-таки востребованность этого проекта подтверждает. Ну, к сожалению, он востребован, да, в силу того, что происходит. Лучше бы, конечно, все было бы хорошо, и это бы никому не надо было. Но, к сожалению, этот проект необходим. И даже сам факт, что после того, как всего лишь в Фейсбуке мы объявили о том, что вот начинается набор, и в течение суток набор был закрыт. 150 человек в течение суток уже записались на этот проект. А як ви гадаєте, з чим пов'язаний такий ажіотаж і чи пов'язане це з тим, що про Миколаїв ходить, ну скажімо так, і навіть про це говорив наш президент Володимир Зеленський, що Миколаїв це бандитське, цитую, так, бандитське місто? Ви знаєте, ну, з одної сторони, я завжди говорю, мислі матеріальні. Будеш говорити, що тут все добре, буде добре. Потрібно перезаписати ось цю думку, Миколаїв – файне місто. Будешь с утра просыпаться с мыслью, что все плохо, оно будет плохо. Поэтому тут я абсолютно не согласен. Город такой же, как все другие города Украины. Люди одинаковые. Просто о чем мы больше говорим, я уже
в какой-то передаче говорил по этому поводу. Я думаю, тут больше проблема, что в Николаеве очень высокая конкуренция среди средств массовых информации. Вот. Ми зрозуміли, про що ви хочете сказати. Люди дійсно полюбляють читати так про вбивства, там, кримінал і тому подібне. І доходять до абсурду. І заголовку вирішують. Там ми з жіною подрались в якомусь селі, все, це вже новость, новость дня. Ну, це вже, от це і формує таке мнення в місті. Я пропоную все ж таки повернутися до нашого проєкту «Безпека дитини 3». І ось ми знаємо, що коли тільки стартував цей проєкт, то дітям навіть було складно закричати. І ви зазначили, що цього разу вже ось у третій сезон, можна так сказати, навіть буде більше занять для дітей. Тобто ви додали ще щось, правильно? Ми не можемо не додати ще щось, тому що дійсно, з одної сторони, якісь добавки, придумки не продиктовані ситуацією текущей, яка заставляє нас, да, думати вперед, йти вперед. Что в этот раз? В этот раз мы добавили еще один тренинг по самообороне. То есть, если раньше было разных тренингов, каждый ребенок проходил по одному, то теперь самооборона 2. То есть, первый основной тренинг, на котором тренер дает основные знания. Второй более закрепляющий. То есть, он проводится там через день, либо на следующий день. И дети уже обкатывают полученные знания в более совершенной форме. Потому что вот есть потребность. Да? Мы пошли на трату времени. Тренер смахивает пот со лба, что ух ты, у меня теперь аж целых 20 тренингов, куда же это все, вот в какой график это вписать, потому что действительно люди все востребованы. И почему мы не можем взять больше людей, еще больше групп одновременно? Потому что люди заняты. И действительно тяжело вписывать. Ну, и тут как раз есть повод отметить такой момент. Ну, во-первых, эти тренинги бесплатны для всех, это первое. То есть, это основное. Главное записаться заздалегідь. Главное успеть записаться в тот момент, когда мы объявляем этот набор. Второе, очень, опять же, приятное, хочется в данном случае как раз, опять же, поблагодарить тех, кто присоединился к нашему проекту, те структуры организации, потому что когда мы начинали, это вот была опять же такая наша случайная идея, да. Это, во-первых, это патрульная полиция, работники полиции проводят свой профильный тренинг, это структура, руководитель Виталий Даниила, это работники ГСЧС, руководитель Максим Грицаенко. Это работники Красного Креста, это Артем Скороход. Андрей Скороход, да. Это Крав Магомали и Игорь Конвишер. Это непосредственно самооборона. Да, 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 да. И это спортклуб Fight House. Ну, насправді так, дуже багато структур долучилося. Всі ці структури присоединились до нашому проєкту, і він став гораздо об'ємніше, полезніше і професіональніше. Тобто дітям розказують не хтось, яка-то там тетя Даша или дядя Вася, а з дітьми працюють професіонали. І додали в цьому році, опять же, кожен рік треба щось додати, Еще один тренинг, так называемая интимная безопасность. Для старших групп 12-16 лет. Да, это тоже, к сожалению, вызвано тем количеством сообщений в СМИ, которые происходят, нехорошие ситуации с детьми. Это опять же тут не будут работать профессионалы, уролог, сексолог, гинеколог, потому что особенно такой подростковый возраст, и не всегда на ряд вопросов, которые у детей возникают, они знают на них ответ, не всегда и они с родителями. Не будут задавать, не всегда, конечно, все не во всех семьях у нас, насправді, не так багато часу залишається. Ви зазначили, що дуже велика черга на цей проєкт, правильно? Чи всі батьки ось свідомо водять дитину, якщо вона записалася, чи все ж таки щось є, якісь перепони в цьому? Тому ви знаєте, ми б хотіли говорити тільки о позитиві, дійсно, очередь є, спрос большой, ну почему-то ми не знаємо, які магнітні бурі впливають на родителей. Родители записують дітей, успівають в очередь, підтверджують свого ребенка в списке групи,
и потом забывают привести его на тренинг. И потом мы хотим обратиться в том числе, родители, вы записались на тренинг, будьте добры поставить напоминалки на телефон, повесить на зеркало график, все что угодно и как угодно, и приводить детей на тренинг, потому что действительно обидно, что другие дети не получат, и вы пропустили. А, ну так, поэтому просим місце, быть более внимательными. Да. Дякуємо вам за візит, ви дійсно робите хорошу справу, і також ще раз зауважу на тому, що тренінг абсолютно безкоштовний. Можливо, скоро наш президент завітає і скаже, Миколаїв – безпечне місце. Дякуємо за візит, бажаємо вам успіх, сподіваюся, що всі записані учасники будуть ходити на тренінг, так не буде у вас пустих місць. Ну і я сподіваюся, що миколаївці будуть чекати на четвертий сезон так, безпеки дитини. Вже жду. Бажаємо вам успіхів. Да?